видео я покажу вам и немного расскажу о том, как я провела 11 дней в лагере. В этот лагерь я поехала уже в 5-й раз и думала, что последний, но, видимо, нет. Я нашла лазейку, как поехать в следующем году. И да, кстати, у меня нос заложен, я приболела немного, поэтому простите за мою гнусавость. Но сейчас не об этом. Итак, это мои вещи. Это рюкзак, сумка и чемодан. Я не знаю, зачем мне столько вещей, если я еду на 11 дней. Но половина чемодана — это еда. Я несла, к сожалению. Но половина чемодана — это еда. Просто поверьте мне на слово. Это. Я заебалась, я хочу в корпус полежать, у меня болит живот, я не хочу эти сценки, я не хочу эти тесты, я не хочу этот спорт, я хочу в кроватку, я не спала всю ночь. Я тоже хочу в кроватку, я поспала 4 часа. Достаточно инфы или еще вопросы? Нет, нормально. Уже 3 часа, а мы до сих пор не заселились в корпус. Мы стоим под навесом. Да, просто идет дождь. Итак, я не знаю, Миш, сколько сейчас времени? 16-16. Итак, спустя час нас заселили. Это комната. Мы отвоевали комнату на двоих. И достаем всю еду. Это обзор комнаты небольшой. Тут шкаф больше, чем в другом корпусе. Тут дыра. Нормально, нормально, сойдет. Сними, я и Мику. Я Мику? Вот. Я и Мика. Я и Мику или я и Мика? Я и Мико. Я и Мико? Я и Мико. У меня проблемы. Ну, тоже нормальный туалет. Тут кто-то не смог. Чего? Работает сейф? Сейф работает. Это да, комнату мы получили. У нас тут какие-то разбирательства с отрядами. Очень какие-то стрейтики, пацанчики у нас есть в отряде. И они хотят с какими-то там другими девочками быть в одном отряде. Другие девочки хотят с другими девочками быть в отряде. Поэтому, видимо, 10-й отряд скоро опустеет. А из 8-го и 7-го отряда тоже поуходили люди куда-то, другие отряды. И там, по-моему, в 8-м или в 7-м осталось просто 10 человек. Норм. Короче, эти стрейт-пацанчики потом перейдут в 8-й отряд, и мы будем смеяться над ними всю смену, да. А, мы не получили еще наши чемоданы. Я заебалась, просто заебалась ходить в этих кроссовках. Я хочу надеть свои кроксы, причем кроссовки, конверсы. И хочу переодеться, потому что мне жарко, и я не хочу в джинсах здесь быть. Да, поэтому мы ждем наши чемоданы. Я не знаю, куда они прибудут. Hello! Oh, hello! У тебя есть кепка какая-нибудь? Да, у меня есть кепка. Дай кепку. Мы написали слово «хуй». Ты написала? А, ну мы написали на план эвакуации. Я люблю планы эвакуации, которые светятся. Очень весело. Здравствуйте. Они сказали спокойной ночи 8-му отряду. Я их не уважаю больше, все. Типа. Я не пила.
Вечернее мероприятие было здесь, в нашем корпусе, где мы живем, в принципе, вот там вот за дверью у нас. Это очень удобно, можно сходить в комнату, переодеться, взять воду, что угодно можно сделать. И сейчас у нас будет свечка, будем делиться нашими впечатлениями о дне этом. У меня не очень впечатление, потому что я хочу спать. Я все это время хотела лежать на кровати. И там до сих пор дождь, там гроза, если слышно было. Хотя, наверное, не слышу, потому что там орут люди. Надеюсь, меня хорошо слышно. Хотя я в этом занимаюсь. В общем, да. Ну, день нормальный день, в общем, да. Что мы делаем? Мы ждем. Да? Что мы делаем? Ждем мы! Мы всю смену прождем. Клуб рукоделия. Моя прокрастинация берет надо мной вверх, и мне уже лень это плести. Вот. The in my heart it's a crash. It's a big one. My man. Я тебе могу это видео скинуть. No. Maybe. Okay. Okay. Смотрите, это Тейлор Свифт. Тейлор Свифт. Тейлор Свифт. Тейлор Свифт. Дадите автограф. Автограф? Автограф, автограф. Тейлор Свифт. Посмотрите на лбу мне, пожалуйста. Я на ветерок. Записываем отзыв. Давай. А я забыла, на чем я остановилась. На то, что нам чемодан не вернули. Да, ну, короче, чемодан я свой нашла под дождем. Дальше мы как бы ждали, прождали мы полжизни. Я запишу сегодня кружочек. Давай, пиши дальше. Так, прождали мы полжизни. Все это тоже полжизни прождали, потому что мы как бы самый старший отряд, и на нас всем похуй. Еды нормальной тут не бывает. Вчера я ничего не ела, а тут же надо... это будет отдельно. Вот вчера я ничего не ела, меня по этому поводу доебывались. Сегодня мне пришлось есть. Как бы завтрак был хороший, что мы хлопья, сосиски нормально покушала. На обед у нас был рис. Слишком, блядь, рассыпчатый. Ну, то есть он вроде как бы доваренный, но он до противного. Он просто, ну, я не знаю, ну... Ну, рис с песком, наверное, неправильно сравнивать. И соли там, видимо, целая банка на одну порцию. А на ужин цветная капуста. И как бы по вкусу мне было 50-50, хотя до хмыща негативных отзывов на нее. От меня, например. Но очень приятно было в цветной капусте найти кусок картошки. Да, а еще каждый наш шаг, ну, телефоны не забирают, зато каждый наш шаг снимают на камеру и отправляют родителям. И когда ты не ешь, родители об этом узнают. И я не знаю, как доказать родителям, что мы жрём тут говно. Я да не дождешься. Нет, я-то не против, но если это вожатая, я должен. Ой, Самян. О, да. У меня что, химическая лаборатория. Так, если я закрою, не будет сильно пахнуть. Ну, чуть-чуть поменьше, ладно. Я приготовилась. Ваши ощущения? Отлично, да? Охуенно. А у нас там еще... А оно где вообще лежит? Под джинсами твоими в шкафу. У меня там еще и кофт теперь. Вот, пакетик. Там еще много. Да. Ням-ням. Вкусняшка. Итак, это 13-й день... Ой, 13, почему 13-й? 4-й день заточения. И мы все еще ждем, но уже на площадке. Да. Это битва... Не на смерть, не на жизнь, а на смерть.
Хорошие такие. Да, начинаем. Oh no, Ron, I have broken my broom broom. How did you do that? Now, hobby horse competition. I don't know. Oh no, I'm very upset. I brought the post. What a strange game. In my деревня with my бабушка and my dog Sharik, we played the best horse ever. It's called British. Let's try. Давайте у вас возьмем интервью. Да. Как у вас здесь живется? Девочки, мальчики, есть ли? А, потом кота надо будет. О! А что с котом? Обзор кота. Что с котом? Он уходит. Ой, какой! Вот этот кот снился. Это для меня. Посмотрим. У меня камера... В весеннем лесу? Очень хорошо. Можно под березой найти говно. Какая хуйня. Что-то там какая-то хуйня. Парика, ингаринка, крепилась. Полный расколбас. Лютый флекс. У меня место, наверное... А там еще частушки же есть. Там прям очень хорошо. Мы на укулеле играли людям, прохожим. Ура, первый обзор на еду. Завтрак. Внимание. Вот такие вот оладушки у нас. Каша овсяная. Какао, которое похоже на понос. Тоже сосиски, вот, да. Это первый обзор на еду. Я не ем. Итак, это был восхитительный панда-парк. Не здесь, а там наверху, его не видно. Ваше впечатление? У меня упал шлем. Лайк за безопасность. У вас? Великолепно. Яна вернулась на последней штуке. А я вернулась со скейтика. Какая же я. Но я потом встала. А я на скейте просто с ветерком прокатилась, мне еще как. Я жду у тебя в комментариях людей, которые будут говорить, какая же я душная, под каждым моментом со мной. Комментарии будут только из моих знакомых, твоих знакомых, поэтому... Я разрешаю вам сказать, что я очень душная. Это два. Итак, мы сейчас будем... Нихуя не слышно. Мы будем сейчас разогревать воду. Во-первых, она ржавая, мы налили ржавой воды. И мы будем сейчас нагревать феном. Ну, короче, это тёпленько, вот так. Да. Итак, у нас заварилась лапша. Я облилась всё. Тут кровать не видно, ну ладно, не важно. Вот это да! Скажи. Да что они мне все сидят? Смотрите! Nice SU. Вот это красотка! Пузырики! Ой, у меня голос ломался. Как вам? Хуирики, блин, какие-то хуирики. Как вам? Классно. А вам как? Как я вам? Не хочу голову мыть! Представляете, сегодня целых два обзора на еду. Это... Представляете, сегодня я поем. Представляете, сегодня жареная курица, еще индейка, понимаете? Подрыза. Повернись спиной. Это наш талисман. Я
старалась. Да, моя работа. На улице гроза, но мы все равно идем в другой корпус. Я не хочу, я хочу спать. Да. Сейчас уже, не знаю, какой день, 7-й вроде моего проживания здесь. Ну, в общем, осталось 5 дней до уезда. Yes. Села батарейка, о, у меня ее батарейка. Это быстро прошло, ты хотел быть один. Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым удивительные звезды дарили свет. Моя любовь, джинсы, воды набрали и прилипли. Мне кажется, мы крепко влипли. Итак, клуб делания слаймов. Вот такой вот розовый слаймик у нас появился. Вот такой вот фиолетовый. А вот без слайма рисовали, сидели или что ты делала? Я дизайнер. Дизайнер? Да. Сидела, дизайнерила? Да. Вот примерно это я и делала. Повернись. Обзор. А мы там еще сделаем. Обзор. А где Павла? Нам нужен еще один обзор. А? Теперь ты зеленый рептилоид. Сейчас ты сиськи мой зеленый. Волшебство красок. Обзор на еще одного человека. Павла. Я охуела, у меня на лице. Зеленые очки. But Zeus and Hera wept because their son could never come home. Вот, но новости. Мы играем в киллера. Да. Переигрываем. Очень больно. Первый раз она меня убила. Да, просто. Это будет весело очень. Сегодня я обедаю одна, потому что я убила людей. А нет, вернулся ко мне моя жертва. Обновление ситуации по киллерам. Итак, как вы поняли, на обиде от меня все отсели, потому что я убила. На самом деле нет, они просто ушли в туалет, чтобы я убила другого человека. Вот человек сидит. Вот они все сидят. Они все мертвы. Они мои мертвые телохранители. Вот. У меня Олег, и его нужно убить. Его сожители ушли сейчас на допы. Ну, скоро уйдут сейчас. Скоро уйдут. Короче, он ко мне приходил за гитарой. Брал гитару, там Павла сидела, все такое. Брал гитару, уходил играть. Я к нему захожу к кому-то, думаю, так. Но там у него никого нет, только он сам. Такая, заваливаясь по приколу. Олеж, тебе гитара нужна? А я слышу звук, как будто из другой комнаты. И вижу волосатые ноги. Думаю, ладно, хорошо, сейчас подойду, Олег будет. Подхожу, там Женя и Артём. Олег в туалете. Он такой, нет, не надо, спасибо. Не-не-не, они на меня еще так косо смотрят. Ну, в общем, да. Сейчас они уйдут на допы, и мне надо будет как-то его убить. Он будет один в комнате. Вот, да. Никого я не убила, мы потом в третий раз все переигрывали. Добро пожаловать на последний день этой смены и последний день вообще в лагере.
У меня, по крайней мере. Ну, наверное. Я же не уверена. Спасибо. Ну ладно. Надеюсь, сегодня я сниму побольше видео, чем обычно. Да, вот, все. Маша так всех байтила в первой игре. Да. Итак, лапша Наруто. Тут в двух емкостях нужно заваривать. Я не, ну, поэтому мне кажется, в прошлый раз, когда я ее ела, она мне невкусно показалась. Вот такой Наруто. Вот так вот. Ну, я говорю, поэтому не кладу на пол. Вот, а здесь вот сама лапша. Вот. Да. Мы уже провели дегустацию. Очень даже вкусненько. Бульончик мне понравился. В прошлый раз, когда я его покупала, мне не понравилось, потому что я неправильно приготовила. Оказывается, там другой способ приготовления. А сейчас очень даже вкусно. Итак, дегустация от Павлы. Ничего, завтра помню. В принципе, может, вкусно. Первый раз. Не поднимайся, еще разольешь. Я сейчас отопью. Я говорила же! Сейчас уберу. Да у меня есть салфетки, ничего не волнуйся. Мокрые салфетки даже есть. Ну как? Как? Класс. Она съела самян острый и теперь умирает. Я не чувствую рот. Йопи. Йопи. А ей рисуют хной. Да, у нас тут салон. Салон. He found his weak spot, tickling, but the help fails and they fall behind. It's in such a game. With such an attitude, they will not be able to come forward. And here's the moment of climbing. And the player finally met face to face for a goal post penalty. But the question among the teams right, who's... The opposing team is thrown out of the loop. Looks like they weren't ready for this at all. Chance. Goal! Короче, если вы не поняли, что сейчас вы увидели, это наши прекрасные проекты, которые мы делали всю смену. Нам надо было прокомментировать, типа как матч, какой-то отрывок из мультика, или фильма, или сериала. Да. Последнее с Шерлоком — это наше. Итак, новость. Мы выиграли с нашим проектом, но нам, не обязали, но нам написали неправильно. Ой, вы в расфокусе очень большом. Вас просто не видно. Можешь мне... Сейчас. Все ушли. Ну ладно. Мою! Доставьте мне убрать! Надо выдумать на твоем воду рак! Ты парень лесу мчится! Ты парень так ручью! Все поймать стремится! Куда мы идем? Куда мы? Расстрел! Мы идем на расстрел! Она как немножко начать, начнет ты под угольки положи. Ты под угольки положи. Тогда а сейчас я почему-то. Наши желания. Видите? Горят. Ну, кстати, мы уезжаем. Да. Я налила свой последний кипяточек. В Севастополе. Да. Угу. Последняя игра на гитаре здесь. Да. 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 Настрой. Не думаю, что она будет. Итак. Мы приехали, мы идем ссать, и мы идем есть бесплатную пиццу в Додо Пиццу, потому что у нас купон на одну бесплатную пиццу. Да. У нас тут пир. Это чья? Такой вот, вот такая пицца. Моя, я вот здесь вот мы кушаем на площадочке, потому что не было места внутри. Хотя оно было, но мы пошли на улицу. Нам нужно у нас чемоданы.
Да. Вот. Да. Вот и закончилась смена 2023 года. И почему-то в этом влоге я показывала в основном минусы, плохие вещи. Но плюсов было намного больше. И, конечно, я рада, что я дома, в своей кроватке сплю, ем все, что я хочу, делаю, что я хочу. Но я буду очень скучать сильно по всему и всем. Спасибо огромное за смену. И я надеюсь, что я все-таки смогу в следующем году поехать уже в свой последний раз. На этом все. Пока!